Я тут, сорян, мне надо было срочно пойти. И вставлять капельницу. Да. И ты там уже заготовочку этих бургеров перемолол. Да, я разложил уже. Я сфоткаю, там будет написано вид сверху Ахилл. А я при чем? Ну, потому что мой тиммейт, я так выложил. А, бургерами? Мой никнейм? Да. Ахилл, давай замерим в банках, сколько мы за 12 часов напсикаем туда. Спасибо, не надо. Не хочешь? Нет. А на второй этаж слева спустился, если что. Это будет челлендж. Где-то там он бегает. У меня ганов нет, я кулаками буду. Сейчас за хилом-то не пошли. Я не знаю. Почему вы здесь? Ужар, почему ты сам с нами тут? Почему ты Ужар тут? Я вообще не в курсе, что делать. Он убежал же куда-то. Сам этот чувак. Вообще есть здание? Да, я слышал над собой где-то тут. Поэтому один мимо не поднимаюсь по лестнице. Пойдем. На крыше или у меня на втором, не знаю. Не, вроде он спускался с крыши. Мог, конечно, обратно забрал. Может, в комнате? Или в туалете справа? Не, я бы слышал бы, откроет ли это дверку. Ну, на крышу выхожу. Ну, зачем опять на крышу выходить? На крышу не вижу. Ну, я же тут туда падал. Не видишь наш с моей стороны, да? У меня! Просто случайно бежал и увидел тело. Да, конечно, случайно. На тебе компенс. Не есть. Это. Да. Мне два компенса нужно. Лишних. Мне нужен. Мне тоже нужен. У меня КМ в оке. И у меня КМ. Ну, у меня два лишних. Боже. Кстати, мужики с голым АКМ играют. У меня просто это... отдача больше на моем АКМ. А, ну ты забирай. Угу. Ты множитель поставь вертикальные эти штуки. Помогает. На, как у меня, сделай 1.41. Не помогает. И будет все в точку лететь. Ваки, тебе компенс ставишь? Если есть, да, конечно. Нет, кажется. Есть же. Есть же. Куда двигаемся, Браво 6? Нужна аптека, Браво 35. А, тут кар есть, если надо кому. Мне нужно на М24. С-24? На, скинул компенс. Ага, спасибо. Так, магазин на ПП выбросил. Ручка нужна какая-нибудь. Фишку скинул. Павел, а мы это самое. Мы сейчас в сквад играем, и я ливать не буду ради этого челленджа. Вот сорян. Лежит и не скажет же. Не нужна, я просто не знал. Я же говорил. Оптика, оптика. Погнали. Ручку надеюсь, скажите. Не слушай, самолет. Жопка есть. Жопка не нужна. Ноль аптек, ребят, ноль. Десять. Нет, да. Мне мед скинул, кому нравится. Просто не нужно. Ты что, покрасил, что ли? Да. Ну я сижу, блин, это, пытаюсь выбрать вторую клавиатуру. Аптеку уже скинул, но... Я потому что на моей клавиатуре нет кнопки, это я аж, блин. Забрал. Я думал, что спрашивал у чата, какой цвет покрасить. Блоки забрал аптеку. На, если надо, забирай, у меня ноль тут будет. Ну что, поедет кто, нет? Давай я. Нашел аптеку. Шикарно, привет. Машин миллион. Ну мне он тоже нравится, шикарно. Ну, тут лутано. Мне очень нравится этот скин. Бы нет.
Любе, привет еще раз. Я отходил, видимо, не видел твои сообщения. Да, там, да, там враги более слабее были. Да и реально, Паша, ты реально все любые челленджи выполняем. Мы без киллфида скоро выполняем. Эй, красавчик, запрыгивай. Мой будущий спарринг-партнер на 12 часов. Эй, парень. Давайте через... Запрыгивай в тачку. Мой будущий спарринг-партнер на 12 часов. Там поймаем тайминги и какой-нибудь склад туда приедет. Через секреточку? Да, через красную. Вас понял. Начинаем преследование. Сканируем. Внимание, в области замечена ваза Ахилла. Будьте осторожны. Возможно, она не разбита. Как слышно, прием. Мы на перекрест, кстати, не разбили еще. Да, мы ее разбиваем. Приступаем к разбитию. Сейчас будет операция по разбиванию моей вазы. Машина стоит. Машина стоит. Мне СИ-4. Не вижу. Я бы здесь вышел, ладно. Быстренько. Есть, внутри есть. Есть. Да, есть. Не торопитесь, мы быстренько. Ожидайте, мы... Операцию проводим свою. Так, внимание. Стрим ваши разбили, ничего. Вас понял. Хорош. Крепление уже. А, еще один, Боки. А, я ведь, блин, я думал, манекен какой-то. Садись. Поехали, упор. Ой-ой! Я тут ям поставил. А, меня выбили. Я в смоку, нормально. Ты в смоку, я понял. Блин, накил, сорян. Поднимай свой, поднимай прямо за забором. Поднимай прямо за забором. Да. Морис, у кого-то убился, Морис. Неожиданно опять, слышь, опять четверо оказалось. Угу. Юра пекучно играет, как бы, я тебе говорил. Кто играет кучно? Кучно. Европейцы на кучно играют. В одной туалете вчетвером сидят. Ну так это ж не всегда правильно. Иногда неправильно, иногда правильно. Компенс уже у всех. Ну вот если мы бы так сидели кучно, нас бы так не запушили, мы бы выбили. Я поехал дальше. Тишку отправили бы одну. А тут парашют есть. Мы бы грамотно сделали, мы просто колеса машины поменял по траектории. Деревьями никто не играет, ничего. Я беру, взял. С4 здесь, если вдруг надо. Приедь, машина. Машина. Где? Кто-то по мне... У меня люди в упоре. Рикардо. Рикардо. Ты что, поедешь на той? Или со мной? А, у тебя тут еще есть? У меня... Не знаю, на асфальте стоит, новая. Мне нужен водила. Хочешь ко мне садись? А, мне бензин очень мало, кстати. Жар, у тебя много бензина? Меньше половины. Ну, сейчас найдем. Определение. Ой, я перевернулся. Машин едет или нет?
Нет, это у тебя просто... А, это такое баг. Уши, уши. Ну, машина едет, ты прав, но своя. Я перевернулся, какой стороны? Уши у твоего персонажа тоже перевернулись. Взрывы зафиксированы на 190 уже. Ты что делаешь, клевал? Компас открывал. Давай в другом месте. И слева на зданиях на крыше сидят. В упоре здесь кем? Здесь кем в упоре люди? На крыше сидит. Блин. Какой крыше? Может, вот, на этой дом? Крыше сидит. Понял. Батарка чья? Башка, башка. Батарка чья? Нет, не наша. На карте нет бардемов. В смысле? На карту нажми, там два. Почему я слышал батарку? Показалось. Машина там уехала, давай. Направо. Алло. Передо мной машина едет. На синий еще есть? На синий есть. На синий на первом. Двое. Здесь за мной тоже машина есть. Едет, за мной. Давай понял. Синий, может, закроем. Ладно. Давай, уже разворачивайся. Не, она поехала дальше. У меня бензина очень мало, я не смогу за ним догнаться. В желтом доме есть тоже. Вот здесь на метке. Нужна помощь, у меня машина уехала. Еду. Не. Не буду ехать. Она не знаю, куда поехала, она своей жизнью живет. Мы его кого-то добили, что ли, не понимаю? А, ты не на кемпе на крыше или что? А, нет, в доме. Один в доме, вот, где? На зеленый. Дальше, ну, красная нетка. Вон тут, видишь? Левое окно. Он подъехал. И еще кто-то по мне стрелял. Там минимум двое. Почему ты со стороны выходишь, непонятно. Ладно, я по старинке сейчас буду их убивать. Около одного. Он с крыши стреляет или из-под забора? Снизу, занимал? снизу. Второго крыше, ранил. На крыше есть. На крыше есть. Он спрыгнул, кажется, с крыши. Да, с крыши спрыгнул. Вижу. Нокнул опять. Двоих нокнул. Не подъезжайте, я сишку кидаю. Ахилл, в тебя сишка идет. Потому что в тебя. Два. Ну, он тебя видит просто напротив. Я вижу, куда машина просто. Через я дома. Просто не видя, я по твоему это никнейм смотрю, думаю, ты в машине сидишь. Всех убили? Все. Да. То есть получилось все-таки дробайтнуть. Едет. Едет. На 290. Медицина нужна. Я на хвост сажусь. У вас тачка-то есть еще? А, меня стоит, нормально. Да вот стоишь же. И вот еще одна. Две. Их в школу уехали. А вот справа. Эти поближе есть. У зданий? Да, давайте глушиться. Возьми вторую, у тебя упорян. В ближайшем доме, Я его видел. В ближайшем или в ангаре? Взорвался. Или с собой еще видел. Здесь и движение коктейлем кидает. Минус. Но это их убили. И здесь в этом какого? Здесь да, еще да, трое. Я сейчас взорву. За заборами еще есть. Взорвал. За зонку дал туда. Тихо, еще пацаны. Гранаты, аккуратнее, гранаты. Вы предупреждаете насчет гранат, прошу вас. Господи, сколько же там гранат-то? Да я все так нажимаю. Тут пулемет есть, каннибал, будешь брать? Каннибал дышит. Сигналка есть. Я один ключ взял, еще один есть. Вот ахилл бардем и мерещится. Надо убить. А есть рабочая сигналка? Да. Да. Стреляешь? Да.
Не знаю, как он пойдет. Главное, не ждем. Если что, перевернем. Где пулик? Едет что-то. Куда? Никто не едет. К нам, к нам, мотоцикл. Есть. Вышли. Они взорвались? А, на машине, на этой, Макларене. Здесь двое. Они уехали. Мне кажется, их прилетят. С вашей стороны едут. Но их наши дадут. Я еще заряжаю там. Не видно нифига. Еще один. Как же ему повезло. Брался. Он сам живой. А, они БТР будут брать? Ну, типа того, они хотят, нокнули, да? Нокнули. Не пойму где. Оттуда, что ли, сверху? Оттуда, по-любому. Да, там он стоит, конечно. Небал, чё ты? А, я где не видел, где он. Меня поднять. Ты чё, сам по себе играешь или чё? Я не вижу. Иди, БТР забирай. Где он падает? Ну, где-то. Смотри, а, меня нокнули. Меня тоже нокнули. Я в ангаре, в себе. Ну, мы без... Занимся. Что ж вы нокаетесь-то все? Движение. Похитрее быть. Ну здесь с попаданием один. Где Бардем падает, алло? Тоже не вижу. Да здесь передо мной падает. За зонт куда я туда затверел? Он у нас падает рядом. Нормально. Или он сейчас перевернется? Не, они уехали. Они уехали. Я смотрю, куда они уехали. Я так просто не отпущу их. Ну-ка, у тебя машина стоит, если что. А ты Майзе бы уехал? Ну, каннибалусь! Ну, гилы, я голодный. Да я хотел бы просто задавить это. Я видел, но... Потом, когда ты начал стрелять, я начал с пистолета. На дропах. Чё-то хил-то отъехал. Целая команда на дропах. А, это эти, которые стреляли. Пересел. Главный дроп тоже. Основным дропом. Кто стреляет? Право по нему стреляет? Лежит, парень, вот здесь на метке. В дымы кидаю гранаты, пожалуйста, не лезьте. Стреляй по нему, стреляй. Нок, убил. Что за хаишка? Вот здесь, вот здесь, вот бегает, люди. Там зазонка, осторожно. На метке. На байке, вы что, не видите? Алло. Да. Работай. Луки, ты где, брат? Я еду. Убил его, все, он не уехал. Еще машина подъезжает. Горит. Блять, ой, хорош. Неплохо. Спасибо. Пожалуйста. С четвером. Не могли пораньше, что ли, выйти? Я уже думал, сзади сейчас... Сзади едет на этом. ...пробавить. Хорошо. Подходите, здесь третий шлем, авик. Заберу. Слышишь, авик. Там сейчас из зоны С-40 поедут. Я авик забрал уже. Забирает. Три шлем-то есть? Да. Стреляет. А где, в трупе? Да. Халява, четыре мужика. Я поехал туда. Я тоже поехал, там халява, нокнутые. За камнем, четыре мужика. Не, давай заглушимся. Я чуть не вечно, чуть правее. Я заглушился. А что стрельба? Это что за стрельба? Еще, кажется, один. Я хилюсь. У меня достаточно быстрый ног. Да, я хилюсь, я не смогу тебя резнуть. Тут, на, передо мной, это, АВД, прям в кусте, АВД. Они там до сих пор сидят. Вот эта стрельба просто Лукина все испортила. Мы, блин, подкрадывались и все, задавили. Не заводи. Аптечку не надо. Можешь ехать. Ну, завести там можно. Нет, ну да, вот здесь вот шевельнулся. На метке вот здесь вот нокнутый, к нему чувак подошел. Господи, что такое? Пинстолет. А тебе, Луки. Смотрите, он 46 секунд. 40. Да, прям видит. Чики-пуки, туки-пуки. Да и его с разных сторон. И двое тут. Внутрь. Не, да.
Вот бодр пробил. Аня нокнул. Забор. 20 секунд, поднимите, пожалуйста. Надо поднимать. Я понимаю, поднимайте это. Я еду, я еду. Быстрее сразу аптечку юзайте. А, или не усп... вы не успеете. Нет, 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 все. Вас просто сжирает, Так она пойдет, только. Я уезжаю, понимал. Да зона только пойдет, вы чего? У вас есть тачка. Пойдет, блин. И что, ей дальше? Испугался, простите. Быстрее, они там в зоне нас контролят, если что. А Петр, ты куда уехал? Не знаю, найдись, пожалуйста. Хилл, ты едешь на челов. Я уезжаю сейчас. У меня один патрон в АКМ надо перезарядиться. Уезжай, уезжай, уже. Я присел. Ну я перезаряжаюсь. Я каленый. Да блин, а думал, что как всегда. Солну бросает, толстопом. С тиммейтом бросает. У вас машина же есть, алло. Их не поднять, все, убегаем. Так ему фраги нужны просто. Я просто должен принимать решение, Вокет. Сложно. Я понимаю, да. Ты тормози тут хорошо здесь. Сейчас вот здесь выйду. Серьезно? Четырех людей вижу. Близко, близко! Метка, 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 где стоит. Я понял, у меня один хп. Мне нужна... Слева, слева входит, слева! Да-да-да-да-да-да-да. Гранату отнял. Разбил, хорошо. Птичка, дай птичку, вот. Ноль. Пацаны. Вы где? А, тут я думал, так хил стреляет с пистолета. Здесь враг на оба камня. Да. Нокнул справа одного, еще один есть. Вижу, справа. Да, есть, есть. Есть, 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 здесь. За камнем никого. На меня ногу близко! На следующем. У меня ног уже... Минус, а, у меня все, мне поднять? Успеешь? Боже, хаос какой. Что за смог прилетел? Да я. А, пытался помочь. Мне точка не была. А ВМ здесь есть, будет брать кто-то? Мне надо броню обновить. Жара, подожди, сейчас я броню. О, у меня один сейчас остался. Ничего. Еще 4 типа живые. Я иду, я уже здесь, я с тобой. Один на камне вот здесь? А, или? Нет, у меня бензин закончился, но я с тобой. Бронит вообще. Вот здесь он. И слева обижают еще трое. И над ним еще есть, боже. Надо уезжать с тайкил. Уезжайте. У тебя БТ-ка 1 хп. Ну да. Уезжать надо. Целая команда здесь. Мне БТ не... А, у меня бензин. Дым, можешь у меня Вуки, пожалуйста? Тебя прошу, Вуки, отвлекись. Дай дым. Дым, Луки, ну зачем ты подходишь? Ну сюда дым. Прикройте нас чем металлом, пожалуйста. Я нет? Вообще за зоной. Нету металла? Фул металла, металла? У меня фул убитая броня, я. Сейчас. Там четверо на желтой метке. Да, я понял. Тебя забрать или что? Не-не-не. Справа. А, уже раз. Инфа, инфа. За камнем вот здесь. За камнем, да. А здесь? Здесь не вижу никого пока. И двое точно, двоих нокнул. Нокнул?
Я нокал двоих нажал. Да, там нокнутые были. Ну, нельзя, может, доели. Не побежали, смоки, смоки бегут. Еще, еще. Хилл, сообщай. Подходи, по упору уже. Здесь захавним. Ахилл. Да мне помощь нужна, я хилюсь. Убегает ко мне. Я на твое место камень сишку даю. Слева, слева, Ахилл, слева! Да, слева! А, ничего не было, не было. 4-то! Я не успел, ты долго отходишь. Вот она. Ты начал что-то всех ногать, там я думал, ты свалишь, просто я кинул. Не, ну ты сказал инфу на блуж до конца, я уже все прикинул убегать. Было бы красиво, если бы двоих ног начал убегать, и тут все четыре прям тайминговые, бжж, остальных двоих взрывает. Это было бы вообще так эпично и кинематографично.